Ну, еще об одном голосовании, которое грозит непредсказуемыми последствиями — референдуме в иракском Курдистане. В бюллетенях один вопрос. Хотели бы вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством? В Багдаде референдум называют незаконным, и уже предупредили, примут необходимые меры, чтобы сохранить единство страны. Против и соседи Ирака, где также проживают большие курдские диаспоры. Это Турция и Иран. Страны, которые всегда соперничали за влияние в регионе, на этот раз объединились. И Анкара, и Тегеран начали военные учения в районах, которые граничат с иракским Курдистаном.